сейчас вашему вниманию произведение современного автора. Это гости сегодняшнего нашего концерта, замечательная пианистка и композитор Хадиша Оланбаева, проживающая в настоящее время в США. Ее музыку, с которой казахстанская аудитория мало знакома, ежегодно исполняют известные американские музыканты на различных фестивалях и конкурсах. Сегодня на нашем концерте для вас, уважаемые слушатели, предоставляется уникальная возможность послушать произведение Хадиши Оланбаевой. В исполнении струнного квартета прозвучит ее цикл из трех пьес. Автор Хадиша Оланбаева.